Всем здравия! И сегодня расскажу о фильме «Камера 211». Ну, в двух словах, сюжет фильма о человеке, который устраивается на работу в исправительное учреждение и оказывается в самой гуще событий, так как в этом самом учреждении назревает бунт. Человек не растерялся, повел себя весьма грамотно, действия его заслуживают уважения. Я бы сказал, что фильм малобюджетный, идея не нова. Но актеры подобраны грамотно, диалоги прописаны неплохо. Есть, конечно, ляпы, но они не режут глаз и слух. Тем не менее, взгляд режиссера на некоторые вещи весьма своеобразный. И как минимум один раз фильм посмотреть стоит. В фильме нет сантиментов, ложной морали и прочих розовых соплей. То есть, если кто-то тебя пытается убить, ну, защищайся. То есть, если кто-то любит бить людей, ну, нужно просто у него отрубить руку. Итак, фильм «Камера 211». Это стоит смотреть.